Кстати, вот мой старенький прицеп в продаже. Кому интересно, ищите в ЛС. Но у меня мысли есть его сейчас доработать и самому ездить, обратно забрать. Что вы думаете на это? Короче, либо сделать такую штуку на пикап сверху, как у Вилкина, и возить. Тоже интересная мысль. Не знаю, или это все сложно и долго. Такой внутри уже тут получается. Теплоизоляция сделана. Такая штучечка немножко. Кому интересно, пишите. Можно, в принципе, его приобрести.